как вы видите, мы начали мастер-класс в футбольной команде «Зорин». Так что смотрим, продолжаем. В конце, конечно, все знают, что подарки будут для детей. Так что сейчас пока и смотрим, что учат нас взрослая команда. Свинкин забил гол девочкам, а я потихонечку буду брать по одной девочке. Иди сюда ко мне. Аня, как тебя зовут? Наташа. Наташа, как провела каникулы? Отлично. Наш футбол. Как, кто тебе нравится из футболистов «Зори»? Как играет именно? Все. Все? Болеешь? Да, каждую игру я посещаю. Как? Если матч был... Тебя? Финал, конечно. Нет. Смерть, да. Хорошо, желаю тебе успехов. Господин Королев, что вы расскажете про вашу команду? Команда наша играет в национальной лиге, так зря. Наша команда называется футбольный клуб «Пельчанка». Мы играем в высшей лиге среди женских команд. На сегодняшний день мы занимаем третье место. Надеемся, что во втором круге мы улучшим. Дальше будем бороться за первое место. Ты только играешь в шахматы, ты еще занимаешься женским футболом. Команда, как называется твоя? Пельчанка. Как давно вошла в эту футбольную команду? Как давно стала заниматься? Года 4. 4 года? Да. А шахматами сколько занимаешься? Шахматами с 5 лет. Хорошо, а у нас женский футбол уже 4 года в Бельце? Нет, женский футбол дольше. Просто я начала 4 года назад. Ага, есть какие-то достижения в вашей команде? Да, мы на третьем месте пока. Мы на третьем месте среди? Среди женщин. Высшая лига. Да. Мы желаем выиграть этот чемпионат. Да, а девочкам, если ты хочешь пожелать? Девочкам хочу пожелать успехов и чтобы попали в великие клубы. Пельцы доказали, что они лучшие. Год упал Александр. Где мама? Плачь потом. Да. Димон Джот? Чинчай. Ездим был? Вообще, кое-кипа один заряд чиниться. Один футболист чиниться плачет. Кто? Тот экипа. А их после финала клуба и молодец? Да, спасибо. Браво, без зарезнуться на тачке. Нет, шоу. Провели мастер-класс, ребят. А что, стесняетесь, не разговариваете или что? Или вы во время игры не подсказываете друг другу? Ну, в принципе, очень рад, что у нас получилось такое событие, как бы после каникул. Как бы это ясно, что красиво. Сегодня у нас тем более старый Новый год по старому стилю. Желаю вам успехов, желаю вам поменьше травм, успехов. Мы ждем вас в главной команде. Чтобы вы выигрывали постоянно, потому что вы сами знаете, что чем чаще вы выигрываете, тем больше радуетесь. Сейчас предоставляю слово генеральному директору «Зори» Николаю Григоришину. Добрый день, ребята. Как правильно заметил Андриан Богдан, мы все вас ждем в старшей нашей команде. Наша команда «Заря», она себя, я думаю, не подведет, она себя проявит. В этом году она те поставленные цели, которые перед ней поставлены, она выполнит. Так она, по крайней мере, обещала примару Ринату Георгиевичу. Но от примара Рината Георгиевича, вы знаете, что он всегда вас помнит, заботится о вас. К Новому году он, значит, дал распоряжение подарить каждому из вас подарок. Поэтому сейчас из старшей команды ребята вас будут награждать.
Очень приятные поздравления от нашего мэра. Вы знаете, тем более, что Ренат Георгиевич очень любит спорт, постоянно поддерживает не только футбол, но и разные виды спорта. Так что будем стараться держать его рядом и ждем его быстрее возвращения. Спасибо! Спасибо!